Добрый вечер, добрый день, у меня уже вечер, у меня 6 часов. Сегодня традиционный эфир будет посвящен обзору нового каталога. Он у нас уже стартовал, уже можно делать заказы. Кто меня не знает, меня зовут Вероника Коняхина, я являюсь бьюти-экспертом, бизнес-партнером компании Oriflame. И я всегда стараюсь на этом эфире рассказать о том, какие интересные, выгодные предложения идут, и, конечно же, поговорить о новинках, тем более, что сейчас такой мощный запуск. Я вот эти 2 недели, как только попробовала сама ключевую новинку каталога на Wedge Plus, я могу сказать, я только этим занималась, что просто, ну, не то, что заставляла, но мотивировала людей, красивым словом это назовем, да, мотивировала людей попробовать, в кого-то приобрести пробники, кого-то приглашала на сессии по уходу за лицом, чтобы попробовали, протестировали, прочувствовали, кайфанули, потому что кожа реально становится невероятной. И честно, когда у нас сказали, что на Wedge меняют, я немножко сгрустнула, ну прям по-честному, потому что у меня такая кожа, она не все на самом деле принимает, ну, в общем, не все ей подходит, и я всегда рассказываю о том, что только Novage, только Skinergize, ну, коллаген мне тоже подходил прежний, только после новейджевского ухода у меня сглаживаются расширенные поры, у меня проходят какие-то воспаления, там, как только я перехожу на какие-то уходы, там, Optimals, у меня почему-то сразу же резко расширяются поры на щеках, ну, вот в этих местах, не на щеках даже, а вот где крылья носа у нас, да, на лбу, я такая думаю, что в смысле? Это не значит, что, конечно, крем там или уход не подходит, но вот такую я замечала тенденцию, и как только снова возвращаешься на новейдж, у меня все круто, все классно, и поэтому, когда сказали, что будет новый новейдж, я немножко такая та-ра-ра-та, надеюсь, что мне это будет тоже помогать, и кожа будет кайфовая. И, в общем-то, чудо свершилось, я в восторге от новой линейки, и давайте я расскажу, что же в нем стало уникального, ключевого. Так, сейчас, что-то свет как-то не особо, тут холодный, ладно, пускай будет так. Итак, новый новейдж. Конечно же, нужно попробовать всем, вообще без исключения. Даже если у вас есть любимый уход, надо попробовать Novage. Потому что наши ученые, да, кто не знает, в компании Oriflame есть собственный институт исследования кожи в Стокгольме, где работает свыше 100 ученых. Вы просто представьте, вообще сколько вы знаете компаний, которые имеют свой собственный институт исследования кожи. А их немного, их всего 4. Институт исследования кожи в мире. Вот, какие компании, я вам не скажу точно, но вы можете загуглить эту информацию. Среди сетевых мы все равно одна единственная. Дальше. Это более 50 лет исследований, потому что компания Oriflame с самого основания, с 67-го года, является экспертом в области ухода, потому что это был ее всегда конек. И знаете, мне, честно, грустно от того, что люди ассоциируют Oriflame как тушь и помада. Нет, я ничего против туши и помады не имею, но для меня все-таки Oriflame — это в первую очередь уход за лицом. И очень хочется, чтобы такая ассоциация была у всех, ну, у большинства. Вот, поэтому надо над этим, конечно же, работать. Далее. Компания абсолютно изменила технологии, у нас теперь нет стволовых клеток растений, у нас теперь 11 запатентованных биоактивных технологий используются в уходе за лицом. Здесь соединили 4 собственные наши технологии, которые создала сама компания Oriflame, то есть у нас в этих уходах теперь есть еще технологии, которые уже известны миру, которые есть в других средствах. Ну, что-то мне подсказывает, по такой уникальной цене мы не найдем в принципе нигде уходы, как не у нас. Далее это то, что все клинически подтверждено, снова все клинически доказано, подтверждено. И самое, наверное, крутое, да, для нас всех, мы же все хотим все быстро и сразу, давайте будем честны, нам, ну, месяц — это долго, 2 недели — это долго, а вот за первые 15 минут, чтобы был эффект от ухода за лицом, вот это я могу теперь гарантировать, потому что компания Oriflame нам это теперь гарантирует, и это клинически подтверждено. За первые 15 минут использования любого ухода ваша кожа становится более гладкой, сияющей, и разглаживаются морщинки. Конечно, я не говорю, что будут все морщинки разглаживаться, мы это должны понимать, но тем не менее, я уже провела несколько сессий по уходу за лицом,
и мои наблюдения со стороны, как человека со стороны, что я вижу, после ухода кожа становится невероятно сияющей изнутри. То есть это не жирный блеск, как блин на сковороде, да? Нет, это красивое свечение кожи, которое мы все хотим, потому что сияние кожи вообще ассоциируется с молодостью, да? То есть если кожа сияет изнутри, значит, кожа молодая. Если сияния нет, она тусклая, то значит, она уже не особо молодая. Вот, ну, либо неухоженная. Вот как раз этот уход, я заметила, что мгновенно у всех кожа начинает сиять, причем не за 15 минут, это за 2-3 минуты, если не сразу, как только нанесли последний этап крем для лица. И что мне еще нравится, что кожа как будто выравнивается, даже вот какие-то сглаживаются морщинки у кого-то, поры, прям кажется, как будто фотошоп. Знаете, вот раньше я всегда говорила, там, используйте праймер, если хотите эффект фотошопа, да, то теперь можно сказать, используйте NovAge Plus, и у вас будет эффект фотошопа круглый день и ночь, и, в общем-то, когда вы используете уход. Так, продолжим. Теперь наши уходы, абсолютно все уходы NovAge Plus разработаны для всех типов кожи, включая чувствительную. Я считаю, это тоже большой плюс, потому что для людей с чувствительной кожей всегда была проблема найти уход, да, потому что даже Skin Relief, когда у нас вышел NovAge, да, специальный уход для чувствительной кожи, да, там сделали технологию, похожую на ретинол, чтобы все-таки морщинки разглаживались, но, конечно, хочется еще что-то, хочется, возможно, и подтяжки, и против пигментации, потому что чувствительная кожа – это не тип кожи, это состояние кожи. И чувствительная кожа может быть абсолютно у любого типа. То есть это не только закономерность для сухой кожи. Как, кстати, проблемная кожа, она тоже может быть в любом возрасте, я имею в виду сейчас там прыщи, да, высыпания какие-то. И не обязательно он жирно комбинированный. То есть мы все с вами разные, и мы все с вами уникальны в этом плане. У нас свои есть особенности, как раз, ну, создать какой-то такой уход, чтобы он подходил и для чувствительной, и для проблемной, и для любого возраста, и разные решал задачи. Это круто, это классно, и компания это сделала. И что самое главное, сейчас это тоже тренд, но, знаете, для меня это не особо тренд, потому что компания Reflame всегда была за экологичный подход к созданию своих продуктов, поэтому у нас и биоразлагаемые формулы, и упаковка из перерабатываемого стекла используется, поэтому все очень тщательно, все очень классно сделано. Ну, давайте теперь про серии, которые у нас выходят, и мои кратенько впечатления, хотя, мне кажется, уже их предостаточно я сказала. Первое. У нас теперь есть два набора, которые будут делиться на текстуры. Это против морщин, будем называть ее зелененькая. Ну, если правильно, то Wrinkle Smooth называется. Я еще, честно, не учила все эти названия. Wrinkle Smooth – это серия, ну, можно сказать, примерно как прошлый экологен. Вот. Но если теперь обратить внимание, у нас нету ухода, так сказать, для молодой кожи, как раньше это было, Skinergize, да? Вот. Компания сказала, что вот этот уход является для молодой кожи. Ну, в принципе, я с ней согласна, потому что те технологии, которые используются, и молодой коже не помешают. Дальше. И серия на подтяжку. Ну вот, конечно, вообще восторг от этой серии. Я могу сказать, у меня мама попробовала эту серию, у меня еще один партнер попробовала, после чего моя мама сказала ей, ты что ли похудела, у нее действительно кожа подтянулась, ну как бы лицо визуально уменьшилось. А у моей мамы, ну, ей уже 53 года скоро будет в этом году, и у нее кожа, конечно же, уже имеет какую-то такую, ну, одряблость, да, если такое слово, если неправильно выразилась. Ну, в общем, одрябла кожа, да, и ей прям хочется иногда подтянуть. Она, конечно, использует наш Time Restore, использует периодически ампулы на подтяжку. Они круто, кстати, и помогают, но все равно постепенно эффект после ампул, их надо, конечно, еще, может быть, чаще использовать, чтобы поддерживать всегда этот тонус кожи. Но вот этот уход, он реально ей подтянул кожу на глазах. Просто я видела, как кожа растягивается, если так можно объяснить. Это, ну, невероятное впечатление, когда это на твоих глазах. Поэтому вот этот уход, лифт плюс фирм называется, или фирм, как там правильно читается, вот эти теперь вот эти наборы будут делиться на насыщенную и на легкую текстуру. Так, не тот показываю. А что такое насыщенная и легкая текстура? Легкая текстура для жирной комбинированной кожи, насыщенная текстура для сухой кожи, для обезвоженной кожи. Поэтому теперь вы сами решаете, какую текстуру вам нужно выбрать.
Также у нас будет серия для проблемной кожи, для взрослой проблемной кожи, подчеркиваю, здесь идут легкие крема и дневной, и ночной. И серия против пигментации, здесь идет дневной легкий и ночной насыщенный. В общем, какую схему разработала я в своей голове, и когда проводили сессии, ну, мне пришлось рекомендовать. Смотрите, если, допустим, у вас проблемная кожа, но она сухая, возьмите первый набор, вот этот, зеленый с насыщенной текстурой. Дело в том, что теперь за покупку набора компания нам будет давать три каталога на два продукта скидку 35%. Это любая сыворотка и любой крем для век. Причем вы можете за эти три каталога взять либо две сыворотки любых, либо два крема для век. Это никого не волнует. Главное, забирайте, потому что с 35% скидкой вы реально эти продукты не купите. Ну и, как я говорю, сыворотка все равно заканчивается в первую очередь. Как бы крем для век у меня лично до 8 месяцев иногда я использую, а вот сыворотку, конечно, она только так улетает, потому что объем 30 мл, и ее нужно использовать утром и вечером. Поэтому, конечно же, я делаю акцент больше на сыворотку, покупайте сыворотки. Вот, берете набор насыщенный, и потом, если у вас проблемная кожа, вы берете просто сыворотку с 35% для проблемной кожи. И все, тогда у вас не будет два легких крема, если вам не хватает увлажнения. То же самое с пигментацией, могу сказать, да, потому что если вам дневной крем нужен все-таки насыщенный, возьмите либо лифтинг насыщенный, либо смуз насыщенный ринкл, и потом докупите просто сыворотки, те, которые вам хочется. Хотите хоть все сыворотки скупайте, меняйте, потому что теперь у нас наборы, в принципе, будут отличаться между собой только сывороткой и кремом для век. То есть умывалка, дневной и ночной крем будут одинаковые. Вот, это нужно понять, это нужно принять и просто использовать то, как вам больше нравится. Все это продается в очень красивых, маленьких, аккуратных коробочках, я уже видела, с такой вот ручкой-ленточкой. В общем-то, это и, мне кажется, очень разумный подход в плане того, что это небольшая коробка, да, не тратится много бумаги, и, в принципе, картона, и на подарок это выглядит очень здорово, и, ну, мне понравилось, короче, мне очень понравилась упаковка новая. Дальше. Что про набор еще хочется сказать? Возможно, я выпущу какое-нибудь отдельное видео, где я буду подробно рассказывать про эти уходы, ну, потому что ощущений, впечатлений много, знаний тоже уже достаточно, вот, про новые продукты. И первый этап – умывашка. Я ее так называю, вот, если кому-то не нравится, очищающее средство. Очищающее средство новое, в отличие от прежнего Novage, кто использовал, пенится. Ну, для кого-то это плюс, для кого-то это минус, я понимаю, вот, но что сказали, что очищающим средством новым можно даже снимать макияж с глаз. Я, конечно, ну, против того, чтобы снимать очищающим средством для лица макияж с глаз, у меня для этого есть двухфазка, я неизменно ей пользуюсь, но если вы хотите в плане экономии или у вас, в принципе, нечувствительны глаза, то можете и пенящееся средство использовать для очищения макияжа с глаз. Я как бы не стала бы рисковать. Вот, дальше. Текстура очень приятная, то есть умылся, смыл, ощущение чистоты, легкости, свежести и тонизированной кожи. И напоминаю, что только Novage у нас два в одном, это очищающее средство и тоник. Во всех остальных линейках нужно брать и очищающее средство отдельно, и тоник. Иначе вы просто лишаете себя, свою кожу, того самого ухода, который у нее должен быть. То есть это очень важные этапы. Кто хочет подробнее узнать, почему эти этапы так важны, значит, нужно записываться ко мне на сессию по уходу за лицом индивидуальную и общаться на эту тему, где я буду вам подробно рассказывать, что, зачем, почему используется и почему иначе не стоит делать. Ну, потому что в 7 раз набор более эффективный, нежели вы используете отдельные средства. А вот, ну и открою секрет, может, не секрет для кого-то, уже давно в компании. Самый главный этап ухода за лицом – это не крем, это очищение, очищающие продукты, пожалуйста. Ну, не стоит даже тратиться на эти кремы, если у вас нет очищения качественного, потому что крем не работает, если не очищена кожа. Вода и мыло – это не очищение для кожи.
Вот, но мы сейчас не останавливаемся на этом. Следующий этап – это крем для век. Крем для век у нас теперь трех видов: против пигментации, против морщин и на подтяжку. Там все очень комфортно, все приятно, гелевые легкие текстуры. Кстати, у новых наборов нет одушки, ну, то есть нет такой яркой одушки, как была раньше. То есть едва заметный легкий ненавязчивый аромат. Сыворотка. Теперь набор вообще весь крутится вокруг сыворотки. То есть, в принципе, да, без сыворотки теперь нельзя. Вот. Ну, если вы хотите действительно получать результат. Но без крема, напоминаю, тоже не имеет смысла. А сыворотка теперь решает, какую проблему вы будете решать этим набором: пигментация, подтяжка, морщины или проблемная кожа. То есть сыворотка – это такой ключевой продукт целого набора. Вот. Поэтому сыворотку обязательно приобретайте с 35% скидкой, когда купили весь набор. Поэтому первая покупка, конечно же, выгодно купить весь набор, чтобы две сыворотки взять себе с 35% скидкой. А следующее – это дневной и ночной крем. Текстуры отличаются. И, о, победа! Как будто меня услышали. Я всем всегда рассказывала про вот эти защиты, что нужна защита от UVA-лучей, что если нет маркировки, все, ну, надо добавлять крем на самом деле. И вот когда я увидела, на бриллиантовой конференции скидывали фотографии новых серий, я такая: ура, теперь не надо будет дополнительно использовать солнцезащитный крем, который я постоянно покупала про запас, чтобы всю зиму, осень, весну пользоваться. У нас, к сожалению, почему-то солнцезащитные средства не продаются в период холодов, назовем это так. Хотя я считаю это в корне неправильным. И там есть теперь защита от UVB и от UVA лучей. Ну, немножко придется рассказать, что это такое. Смотрите, UVB лучи – это те лучи, которые воздействуют на нашу кожу. Летом они дарят нам загар, дарят нам пигментацию, в принципе, потому что они проникают на верхний слой кожи, мы можем заработать тем самым пигментацию и рак кожи, если не использовать SPF. То есть, когда вы используете крем защиты SPF, по сути, вы защищаете себя от UVB лучей. Но вот есть UVA-лучи, которые мы вообще не видим, то есть мы не видим, как они работают, но они работают, как и UVB-лучи, круглый год. То есть если загара нет, это не значит, что лучи не проникают на нашу кожу. Вот. И UVA-лучи, они более опасны, потому что они проникают в более глубокие слои кожи, разрушают коллагеновые эластиновые волокна, и мы стареем быстрее. Поэтому за последние 10 лет, ну, может быть, кто-то очень внимателен был, я, например, обратила внимание, что солнце стало очень в летний период жгучим, опасным и действительно вызывает очень много проблем с кожей. И у меня постоянно, если раньше с пигментацией люди обращались, ну, только либо после беременности, либо там с возрастом, да, после 50 лет, то теперь пигментация – это вообще у нас такая норма стала, и чаще всего она появляется просто у тех, кто проводит время на солнце, в отпусках, в городах, где очень жарко, например, Сочи, если из наших городов смотреть, ну, в общем, в той полосе, да, Краснодарского края, либо кто путешествует за границей, то вот и не защищается СПФ, то, конечно, у них очень часто возникают проблемы с пигментацией. Кстати, наш Алтай то же самое, могу сказать, после него очень многие приезжают с пигментацией, вот, ну и вообще там сгореть, я просто в прошлом году была на Алтае, я могу сказать, я брала 50-ку, нет, я взяла 30-ку, зачем-то, надо было брать 50-ку, нет, я не помню, слушайте, ладно, у меня влог есть, я записывала, но я не помню, что я могу сказать, я прям помню, как я лежала на солнце, и вот прям солнце проникало в кожу и пекло до такой мощи силы, что я думаю, боже, если бы не было защиты, ну, мне просто страшно представить, что происходило бы с кожей. Вот. При этом я вернулась практически без загара, с ровной, красивой кожей, без всяких проблем, а люди там ходили некоторые с облезлой кожей, с красной кожей, особенно мужчины, ну, потому что мужчины, наверное, реже занимаются такими вещами, как защита кожи, но на самом деле мужчинам и женщинам нужна защита от солнца. Скоро лето, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был SPF. Без него выходить, ну, с весны, когда вы уже будете оголяться, снимать верхнюю одежду, надо уже и на тело наносить, потому что солнце влияет на нашу кожу и сквозь одежду. Вот, это немножко экскурс был в солнцезащитные кремы, но теперь
просто моя радость, что наши дневные кремы будут защищать в том числе и от вот этих опасных видов лучей. Что мне еще понравилось в наших кремчиках новых, что в них добавили очень крутые технологии, и теперь эти кремы решают сразу 10 признаков старения кожи. Я вам прочитаю их. Это потеря плотности, сухость, шелушение, расширенные поры, тусклый цвет лица, морщины, потеря упругости, избыточный себум, неровный тон и чувствительность. То есть просто два крема решают сразу эти проблемы. Поэтому теперь мы говорим о том, что наш новый NovAge Plus, он не просто решает твою конкретную проблему там пигментации или сияние увлажнения, или против морщин, или на подтяжку. Он решает одновременно вот этот весь спектр, если у тебя есть какие-то проблемы уже из них, да, и плюс сывороткой ты точечно как бы усиливаешь тот эффект, который тебе нужно. Лифтинг, так берем сиреневый набор, морщины, значит, зеленый набор, прыщи, значит, голубой набор, и пигментация, белый набор. Это я по-русски сказала. В дневном креме у нас теперь есть технология ReBarrier, которая укрепляет защитный барьер кожи, и технология Advanced Impollution System, которая защищает кожу от свободных радикалов, от загрязнений и способствует разглаживанию морщин. Ночные вообще шикарные кремы. У меня даже отзыв был от моей знакомой. Я, кстати, это тоже заметила. Вот после крема ночного просыпаешься, и кожа настолько ровная, гладкая, как будто ты уже умылся и уже нанес крем. Ну, то есть такие приятные ощущения. Ни в коем случае ни липкости, ни маски, ну, вот просто кайфово. А теперь у нас крем содержит ночную технологию BioCeramides Pro. Это технология, которая будет стимулировать, пока мы спим, выработку собственной гиалуроновой кислоты, ну, чтобы увлажнялась, да, кожа. И технология Advanced Night Sync вообще крутая, вот просто за нее отдельно спасибо. Она будет оказывать эффект, подобный мелатонину, который нам нужен, да, мы все знаем, что мелатонин вырабатывается, если мы ложимся рано спать, ну, там, в 10 ложимся спать. Я не ложусь в 10, и в час иногда не ложусь, и в 2 иногда не ложусь. Короче, я прям попадаю под статью быть с некрасивой старой кожей, если честно, потому что гормон мелатонин, он, конечно же, вообще на наше настроение воздействует, на наш внешний вид, да, на сияющую красивую гладкую кожу, но все-таки благодаря этому крему будет эффект подобно этому мелатонину, и мы будем с вами просыпаться с красивой кожей, то есть он восстанавливает процессы нашей кожи и тоже разглаживает морщины. В общем, вот за это прямо особенное спасибо, я в восторге. Ну и, конечно же, при покупке набора сейчас дополнительный бонус – это косметичка в подарок, которую вы можете всегда взять с собой, и у вас все будет под рукой. Ну, либо просто красивая косметичка, которую вы сами решите, куда применять. При заказе продуктов на 5000 рублей. Ну, можете набор купить и не париться. А косметички на первой неделе не будет, она появится на второй, но она встает в резерв, поэтому, пожалуйста, не надо тянуть, когда косметичка появится на складе, потому что косметичка появится, а набор может исчезнуть. Это вот могу точно сказать. Потому что два каталога у нас не было наборов NovAge, самых топовых. Вот, дальше. У нас драйвер каталога в этом каталоге – это Lucia Bright Aura. Можно ее взять за 899 рублей при заказе на 2000 рублей. В принципе, водичка классная, она приятная и на период весна-лето. И, в принципе, можно ее использовать и как осенне-зимний аромат, потому что она имеет древесные ноты, но при этом я не могу сказать, что она тяжелая какая-то. Нет, она, наоборот, такая искрящаяся, приятная. Приятная, ненавязчивая, то есть это может быть такой топовый аромат на каждый день, вне зависимости от ситуации, просто берете, пшикаетесь и идете. Дальше можно также взять по этой же акции при заказе на 2000 мужской аромат Glacia Air, в принципе, тоже про воздух, про легкость, приятный мужской аромат. Очень часто, мне кажется, все-таки мужские ароматы пользуются спросом именно ароматические, тонизирующие, такие вот свежие, водные какие-то, поэтому он тоже сейчас идет со скидкой. Дальше. Я сегодня наконец-то начала пробовать вот эти шикарные маски, только сегодня, да.
Они лежали у меня долго, но я хотела все-таки, чтобы было время, была спокойная обстановка, и я никуда не торопилась. Поэтому про две маски я расскажу в своих шортсах в Ютубе и на канале в Телеграм. А сегодня я попробовала авокадо и могу сказать, что действительно очень классный эффект. Не знаю, я всегда вижу эффект после любой нашей маски. Эта маска идет, ну, написано «питание», на самом деле авокадо не только питает кожу, не только насыщает ее полезными жирными кислотами, но еще и увлажняет хорошо, и сейчас, так как период смены времен года, у нас, например, ну, еще отопление, да, наверное, у многих, и вот эти перепады холодно на улице, тепло внутри и наоборот, конечно же, сказывается на коже, и мы встречаемся с такой проблемой весной, обычно это шелушение, особенно вот у носа, где-нибудь крылья носа, и я вот честно рекомендую использовать абсолютно всем питательные маски, не только сухой кожи, но и жирные комбинированные, потому что когда кожа напитывается именно питательными масками увлажняющими, конечно, она становится отбеленной, как будто, вот действительно, сегодня, когда сняла маску, да, смыла маску с авокадо, я заметила, как кожа прям снова осветлилась, то есть, да, это все-таки у питательной маски такой есть бонус, кожа невероятно мягкая становится, гладкая, вот просто как с картинки, вот я сейчас, конечно, сижу в тоне, ну, в тональной основе, но вот, честно, она и без тона хорошо у меня выглядела после этой маски, прям кайфово. Поэтому обязательно берите, очень удобный формат пакетиков, да, сейчас скоро мы начнем с вами куда-то ездить, путешествовать, отдыхать, и чтобы вот как раз в путешествии наша кожа не страдала от недостатка влаги, ухода, берите обязательно масочки на любой отдых, на любой пляж, берите всегда одну, две, три масочки и делайте. Делайте хоть каждый день, потому что летом это особенно не хватает увлажнения и восстановления, особенно если вы загораете под открытым небом, под открытым солнцем. Вот. Ну и также, если сейчас вы не довольны своим внешним видом, вы понимаете, что кожа ну какая-то вот сухая, обезвоженная, серая, безжизненная, немножко не хватает сияния, я вам рекомендую взять вот все эти три маски, причем по несколько штук, ну, возьмите по 2-3 штуки каждой и сделайте просто маска-марафон, каждый день одна маска, выделите эти 10 минут, честно, 10 минут это немного на маску, я считаю, и просто каждый день делайте маску, например, первую маску я вам рекомендую сделать либо глину, либо отшелушивающую, например, черную у нас есть с углем, да, либо в первый день сделайте пилинг и сделайте питательную маску с авокадо, потом сделайте с маракуйей, потом сделайте с апельсинком, потом снова с авокадо, с маракуйей, с апельсинкой, ну, вы там можете сами менять, но первый день обязательно должен быть скраб тоже можно, но лучше пилинг, вот, чтобы убрать омертвевшие клеточки и питать не старые клетки, не ваши шелушинки, а все-таки новые клеточки и кожу улучшать. Поэтому 79 рублей, маска одноразовая, смысл делить ее на два раза я сегодня не поняла, поэтому и не стоит. Маски вкуснейшие для волос, и также мой любимый скраб, не буду для головы, не буду на нем останавливаться, очень много я о нем всегда рассказываю. А также патчи с киви, которые тоже помогают бороться с сухостью, потому что мгновенно увлажняют кожу, кстати, можно не только клеить к лицу, но и к телу, к локтям, к рукам, в общем, там, где кожа сохнет и вас не устраивает. А тканевая маска с персиком, вот такая разглаживающая, в общем, тут у нас все такие вкусные странички для тех, кто, может быть, соскучился по свежим фруктам. Вот как раз маска, очищающая с углем, она одновременно и очищает, и отшелушивает, потому что там содержатся альфа-гидрокислоты. Вот с глиной у нас маска есть, и также маска для рук, моя любимая, шведский спа-салон, это маска-крем, то есть можно использовать и как маску, и как крем. Очень круто восстанавливает, конечно же, кожу рук. Дальше. Топовая маска, кстати, сейчас идет без скидки, но на самом деле после этой маски кожа
там восхищение одно только от этой кожи, потому что это разогревающая маска, которая, конечно же, хорошо очищает за счет вот этого эффекта распаривания, эффекта сауны. Ну, бани это слишком сказано, эффект сауны. Легкое, приятное распаривание кожи идет, открытие пор, очищение и плюс увлажнение, потому что вся линейка Wound у нас содержит технологию HydroSphere, и она дарит нам увлажнение кожи на 24 часа, что клинически доказано. Кстати, хочу сразу сказать по поводу масок. Любую маску, после того, как вы использовали маску для лица, ее нужно запечатать кремом. Это обязательно. Да, вы можете после маски не использовать сыворотку, если хотите, хотя, честно, я использую. Вот, но крем для лица обязательно, потому что вот этот эффект, который мы получаем после маски, мы же хотим его, ну, не разово испытывать, мы хотим несколько дней его чувствовать, что наша кожа хорошо. Поэтому крем, он запечатывает эффект и продлевает вот этот эффект. Другого слова я не знаю, какое еще вставить сюда. Дальше, ночная маска. Это маска для тех, у кого нет времени на уход за лицом, на вот эти 10-20 минут. Тогда мы берем маску NovAge, наносится она единственная, на ночной крем, подчеркиваю, и мы спим в ней. Она, то есть, наносится вторым слоем, как можно сказать, второй крем, то есть ее не нужно там толстым слоем шоколада наносить, иначе вы будете не в восторге от нее, сразу скажу. Если она скатывается, значит, вы нанесли либо много крема, либо много маски, либо давно не пилинговали кожу, поэтому, ну, три причины, по которой вам может эффект не понравиться. Поэтому если сделать все как надо, всегда восторг. Я просыпаюсь просто с очень увлажненной, гладко сияющей, отдохнувшей кожей, потому что она действительно создает эффект отдохнувшей кожи. И еще у нас есть вот такие масочки. Это гелевая, увлажняющая с гиалуронкой и очищающая с глиной и черным углем, и крапивой. В общем-то, увлажнение мы знаем, для чего нам нужно, и, соответственно, черный уголь, он хорошо абсорбирует жирный блеск. Но, кстати, я хочу сказать, в поддержку этой маски, что она не сохнет, то есть она не стягивает кожу, ну и вообще глиняную маску нельзя допускать до того состояния, чтобы она сохла, вот, и в принципе за 5 минут она не успевает высыхать, ее нужно держать 5, но очень хорошо очищает, осветляет кожу, поэтому можно даже использовать и сухой кожи, просто не так часто, как жирно комбинированный. Дальше, наш бестселлер аромат Essenza Giordani Gold идет со скидкой 2900, поэтому, кто любит, обязательно заказывайте. Просто помню, что в прошлом каталоге, ну, не в прошлом каталоге, несколько каталогов назад этот продукт шел, под 8 марта как раз это все было дело, но он быстро закончился. И у кого-то там был заказ на 4 или 5 флаконов, и, в общем-то, не было, да. Последний день нет смысла делать такие заказы. Надо делать раньше. Также мужские шикарные ароматы Giordani Gold, статный, элегантный, мужественный Giordani Gold Man и свежий, прям как глоток морского воздуха, аква. Просто обожаю этот акватический аромат. Что еще интересного, на что стоит обратить внимание в текущем каталоге? Конечно же, румяна в шариках, кто хочет обновить или давно не мог поймать со скидкой, то в текущем каталоге они будут идти со скидкой. Наши румяна в шариках, я не перестаю об этом говорить, это ручная работа итальянских мастеров, которые каждый шарик вручную катают, обжигают, упаковывают это все в коробочку, в составе есть гиалуроновая кислота, которая увлажняет нашу кожу, поддерживает ее в течение дня, поэтому наша косметика, в принципе, неважно, какой мы бренд берем, Giordani, The One или On Color, там всегда есть ухаживающие ингредиенты, то есть, используя декоративную косметику, кроме того, что вы получаете красивую ровную кожу, картинку, да, там краску, кто как это называет, вы еще получаете уход, поддержку своей молодости и красоты на самом деле, потому что одно дело уход за лицом, который самый главный, самый важный, вообще об этом даже я не говорю сейчас, но декоративная косметика, она помогает нам именно в течение дня выступает как защитный барьер, дополнительный защитный барьер, потому что вся грязь, вся пыль летит не на вашу кожу, а летит там на тональную основу, на пудру, и вы просто приходите потом, смываете у вас чистая, классная, ухоженная кожа, увлажненная, мягкая,
и вообще нет никаких проблем. Поэтому для меня декоративная косметика — это, конечно же, еще и про дополнительный уход и поддержку. И я об этом тоже не перестаю говорить. Новинка текущего каталога, с которой я уже познакомилась как официальный обозреватель. Кстати, можете меня поздравить, я остаюсь в разряде официальных обозревателей. У нас обновили состав, вот, был серьезный конкурс, и на самом деле я очень рада, что я остаюсь, потому что мне нравится тестировать новинки, мне нравится о них рассказывать. Я и до обозревателя это делала, и, в принципе, я бы это делала в любом случае, но когда есть еще возможность общаться с экспертами компании, получать новинки заранее, чтобы тестировать и складывать какое-то впечатление, мнение, потому что не все новинки, на самом деле, они... ты понимаешь их сразу, ну, то есть один раз попробовать, это еще ничего не значит. Нужно, конечно же, тестировать в течение нескольких дней и получать эффект в долгосрочной перспективе. В принципе, и про туалетные воды я могу сказать то же самое, потому что иногда ты получаешь аромат, ты его не понимаешь, но когда ты используешь несколько дней, как-то все равно начинаешь что-то подмечать, замечать, и уже складывается общая картина. Поэтому по одному разу, конечно же, о продукте очень сложно что-то сказать. Но вот этот праймер, я вообще фанат праймеров, я тоже это постоянно рассказываю, но я снова расскажу. Я на самом деле праймеры использую, ну, лет с 18-19. Раньше, как говорили, праймер нужен, если вы делаете какой-то вечерний макияж, для фотосессии макияж, ну, в общем, для мероприятия, да. Но потом я подумала, почему, ну, вот только на эти мероприятия? Может быть, я каждый день хочу, чтобы моя кожа была идеальной. Я стала просто праймер использовать на постоянной основе, потому что все равно праймер, он, во-первых, продлевает стойкость всего макияжа, и если есть проблема забивающихся каких-то текстур, пор, там, неровных текстур кожи, то праймер помогает с этим справиться, он заполняет все, что нужно заполнить, и тональная основа уже тогда не забивается в поры, не так забивается в морщинки, то есть, по сути, без праймера, когда мне говорят, мне нужна тональная основа, которая не будет забиваться в поры. Давайте объективно, любая тональная основа будет забиваться в расширенные поры. Любая, ну просто, в принципе, любая, какой бы крутой она ни была. Да, есть отдельные там тональные основы, даже у нас, которые все равно менее забиваются в порах, потому что у них есть на это технология. Но вообще задача тональной основы не выровнять текстуру кожи, у нее задача выровнять тон кожи, а задача праймера продлевать стойкость макияжа и выравнивать текстуру кожи. Поэтому если мы хотим макияж каждый день, чтобы он у нас был прям классный, ровненький, гладенький, сияющий и так далее, все, что мы хотим там, то, конечно, праймер я рекомендую использовать всегда. Сейчас праймер выходит вообще очень классный, очень крутой, потому что он идет с цветокоррекции, то есть он будет все покраснения, все недочеты нашей кожи скрывать, плюс технология, которая будет заполнять все поры, все морщинки. И самое еще интересное, кстати, праймер, он увлажняющий, то есть я, например, когда его наношу, у него какой-то приятный, то ли яблочный аромат, ну, какой-то фруктовый. Мне такие нравятся, в общем, ароматы. И когда нанесешь этот праймер, кожа прям увлажненная. То есть это однозначно не матирующий праймер, хотя, когда я первый раз увидела, я думаю, наверное, он будет там как-то матировать, но нет. Не могу сказать, что он именно с этим эффектом, он больше с сиянием изнутри, с подсветкой, и его еще уникальная технология в том, что при любом свете, при любой ситуации, там, на фото, на камеру, в жизни у вас будет идеально ровная кожа. Вот это, кстати, да, это есть такой эффект, то есть вне зависимости от картинки все хорошо смотрится, поэтому... Можно забыть про всякие фоторедакторы, про еще какие-то блюры и так далее, потому что праймер с этим помогает работать. Дальше. Ну, про тональную основу не буду останавливаться в текущем каталоге, их достаточно много. А кушончики, вот, не знаю, есть ли они на складе, которые с мерцающими частичками, но в любом случае обратите внимание. Новая тушь 5 в одном, сейчас продолжается акция при покупке туши, еще карандаш со скидкой за 99 рублей.
Ну, в принципе, могу сказать так. Я разобралась более-менее с тушью, я поняла, что как ей красится, какой эффект она дает. На самом деле она дает больше длины и изгиба. То есть она прям больше значительно, чем прежняя версия, удлиняет и разделяет. И подкручивают, та тоже хорошо разделяла, вот, и плюс добавили сюда, получается, касторовое масло, ну, все мы знаем, что если мы хотим классные длинные реснички, то касторовым маслом раньше, да, пользовались, а в этой туши теперь этот тоже компонент есть, и еще здесь убран серый подтон, поэтому и на фото, и на видео, и в жизни у вас будут ярко-черные ресницы, ну, вот я сейчас в ней, надеюсь, у меня черные ресницы, а не серые, вот, поэтому можно сказать такая угольно-черная тушь. А дальше, ну, прежняя версия тоже у нас остается, честно, я немножко не поняла, будет ли у нас уходить первая версия, или это просто типа новый продукт, новая фишка, касторовое масло, новая щеточка, но сейчас, в принципе, есть и тушь оригинальная, и Deep, Hypnotic Deep, поэтому можете приобретать. Так, водички. Экла сейчас со скидкой, обратите внимание, 1299 рублей. Для меня это один из топовых ароматов круглогодично, тоже очень изысканный, элегантный, стильный аромат, ненавязчивый. Для весны и для лета еще такой вот нежный инфинита. Для меня этот аромат чем-то, может быть, отчасти схож с какими-то нотами Giordani Gold Essence. Но это не копия в любом случае, где-то что-то перекликается, но не копия. И этот аромат очень интересный, у него первая нота очень такая яркая, я бы сказала, а-ля Giordani Gold, в принципе, резкая, но потом она действительно раскрывается очень нежная, очень трепетная, очень женственная водичка, легкая. Поэтому можно брать смело на период весны-лета, потому что это будет не что-то кричащее, вызывающее. Вообще считаю, что эта вода недооценена вообще в Oriflame. Она как-то продается, да, ее как-то заказывают, но мне кажется, что о ней надо больше говорить. Вот, наверное, так. Потому что действительно очень интересный, красивый аромат. Наши соблазнительные водички Love Potion и магнетисты сейчас тоже со скидкой. Ну, что о них говорить, они и так бестселлеры, поэтому в текущем каталоге они идут. Омега-3 в капсулах сейчас со скидкой тоже, потому что, ну, в принципе, я пью Wellness 14 лет без перерыва. Это моя гордость личная, я обожаю эти продукты, и, честно, это как новейдж, любовь просто навеки, и, конечно, я говорю о том, что биологически активные добавки сейчас в наше время, они просто необходимы, просто надо знать, где брать, что брать, и понятно, что брать качественные продукты. Самое главное, это не ориентироваться только на цену, как иногда делают люди, да, но еще и понимать, что вы берете, для чего вы берете, какого качества вы берете продукт. Наша омега-3, она уникальна в своем роде, потому что компания Oriflame имеет свою запатентованную систему очистки, пятиступенчатую, везде только три ступени. Это открытая информация, можете прогуглить. Вот. Далее, это то, что наша омега берется из тушек глубоководных морей, северных холодных морей, где рыбка накапливает много жирка, причем берется маленькая рыбка, молодая, которая еще не успевает накопить много каких-то токсинов и так далее. И сама омега, да, она проходит еще пятиступенчатую очистку, берется из тушки, а не из печени, и все это упаковано в рыбий желатин, а не в свиной или бычий. А также имеет сертификаты, поэтому качество, пейте нашу омегу, радуйтесь, поднимайте иммунитет, улучшайте работу сердца, сосудов, мозга, зрения, суставов, чтобы не скрипели, не болели, да, потому что омега-3 подавляет воспалительные процессы. Так как мы в обычной жизни переедаем омегу-6, она, ну, содержится во многих продуктах, орехи, семечки, масла, какие-то яйца, мы это просто не контролируем. Потом у нас какие-то есть такие вот ощущения, что мы себя плохо чувствуем, какая-то вялость, усталость, все как-то болит и так далее. В принципе, да, омеги-3 нам не хватает. Поэтому сейчас можно докупить отдельно омегу-3 и пить. Можно 3 капсулы пить. Если вы хотите, чтобы работала омега
на зрение в том числе, то 3 капсулы – это минимум. А лучше детскую возьмите под подписку, потому что в одной порции детской омеги содержится 8 капсул взрослой. Вот. Дальше, wellness pack, я пью wellness pack, кроме омега-3 здесь содержатся еще мультивитамины, 12 витаминов и 10 минералов, ну, зачем мне рассказывать, для чего нужны витамины, все знают, да, и астаксантин, это мощный антиоксидант, который в 6 тысяч раз сильнее витамина С и в 100 раз витамина Е. И тоже мы все знаем, для чего С, для чего Е, но астаксантин, он влияет на самом деле на, это морская водоросль, это не что-то химическое, потому что синтетический астаксантин тоже есть, но синтетический астаксантин в 50 раз слабее натурального, у нас натуральный астаксантин, и он влияет на иммунитет, на зрение, на выносливость, очень многие, кто занимаются спортом профессионально или занимаются спортом, ну, любительским, да, там ходят на фитнес, что-то качаются, как-то это занимаются, тоже замечают, что становится намного легче выдерживать нагрузки, можно увеличивать нагрузки, это все работа с астаксантином, вот такие вот дела. Что у нас еще с астаксантином делают, о чем я не сказала? Защищает кожу от фотостарения, кстати, да, потому что летом надо тоже хорошо защищаться не только с помощью солнцезащитных средств, но и использовать астаксантин. У нас подписка вернулась на прежний уровень, то есть теперь у нас подписка на пэки, на коктейли, на супы, на детскую омегу и на детские витамины. 3 платно, 4 бесплатно. То есть 3 каталога подряд мы покупаем со скидкой нашей 20%. Кто еще не имеет скидку 20%, напишите мне, все контакты под этим видео, либо на канале, и вы будете покупать тоже все со скидкой 20%, еще участвовать в дополнительных акциях, там, получать подарки за свои покупки, в общем, это выгодно. Вот, вы будете получать, получается, 3 каталога с 20% скидкой, и 4 каталог вы получаете бесплатно. При этом сохраняется 50% от баллов продукта. Вот, такая история. Дальше. Морской кальций сейчас тоже со скидкой, укреплять косточки тоже нужно, потому что интересная информация, когда у нас вышел кальций, я вот, ну, начала изучать, понятно, что там компания дает информацию, эксперты. Я удивилась, что кальций, оказывается, уходит на иммунитет, на наши стрессы, на наши депрессники. Если б я раньше об этом узнала, не знаю, меньше бы я стала стрессовать или нет, но для меня это было открытие, потому что у меня вообще с детства были проблемы с костями, я ломала палец себе в 3 классе, я ломала позвоночник в 4 классе, и, в общем-то, еще wellness'а не было в моей жизни, к сожалению, потому что после wellness'а я падала несколько раз на вот эти руки, и, представьте, ни одного перелома не было, просто были растяжения максимум, вот, и а это значит, что все работает. Но тогда, в принципе, у меня были кости, ну просто, как я сломала палец, я просто на физкультуре сидела на скамейке, на меня летит баскетбольный мяч, я просто вот так вот руку поставила, чтобы не в лицо, и у меня был перелом пальчика. Вот как это просто? Я знаю истории, когда ребенок шел, об угол ударился, сломал там что-нибудь тоже, руку, плечо, как-то рассказывали, когда я лежала с позвоночником, короче, истории такие, ну, то есть на ровном месте можно было сломаться, а вот такое у нас питание, вот такие у нас кости, как бы, у детей, вот такая история, и когда у нас кальций появился, я узнала, что, в принципе, кальций уходит вот на эти все вещи, да, стрессы, депрессии, иммунитет, то, конечно, кальция нужно больше добавлять в свою пищу. Поэтому к нашему пэку можно смело добавлять еще 1-2 таблетки. Кальций пьется в вечернее время, он жевательный, не надо глотать его. Ну, как бы, может быть, вы проглотите его, но он достаточно крупненький, поэтому он вообще жевательный. И он идет с витамином D и с аквамином комплексом. Витамин D нужен и аквамин для лучшего усваивания кальция, чтобы он шел сразу в кости, а не откладывался в мягких тканях, как это бывает с кальцием из известняка. Наш кальций морской, из морских водорослей, поэтому он, в принципе, не откладывается в тканях. Вот, поэтому имейте в виду, берите наш кальций и знайте, что он будет работать туда, куда надо. Ну, если иммунитет, депрессии, стрессы, он тоже будет работать, витамин D улучшает настроение. А дальше.
В текущем каталоге, кстати, кто любит мицеллярные воды, идут мицеллярные воды со скидкой и Love Nature, и Optimals. Просто у нас сейчас есть клиенты, а кто любит именно мицеллярные воды, обратите внимание. Солнцезащитная серия Урана выходит, поэтому кто не будет покупать на Вэдж, обязательно дополните в свой уход за лицом крем солнцезащитный с SPF 30 либо 50, чтобы защищать свою кожу от UVA-лучей. А дальше. О, кстати, масла со скидкой. Вот, я перед эфиром понюхала масло энергию. Вот. На самом деле, классные штуки, и если кто-то еще не знаком с этими маслами эфирными, вы многое упустили, потому что это тот продукт, Donavage Plus, это был единственный продукт, который работает сразу здесь и сейчас. После нескольких вдохов вы получаете ту эмоцию, которую вы вдыхаете. Если вам нужна энергия, вдыхайте энергию. Если вам нужно успокоиться, расслабиться, переключиться от негативных мыслей, берите баланс. Если вы плохо спите ночами, берите релакс. Но если у вас низкое давление, берите баланс даже для этой цели. Вот, потому что, ну вот, по моим ощущениям, у меня низкое давление, я после релакса, когда стала применять релакс, я, ну, вроде как, засыпать не скажу, что стало быстрее, но как бы, окей, сон стал качественней, то есть не так стало часто там среди ночи просыпаться от каких-то шорохов и так далее. Просто как бы, да, сон глубокий, но я утром встать вообще не могла. Ну, то есть я себя вот так вытягивала всяко-разно, действительно. Не знаю, почему я энергии не нюхала, но как бы хочется вставать по утрам не с помощью масла какого-то, все-таки через какие-то ощущения приятные. Но вот когда я убрала масло релакс, все стало лучше в этом плане и легко вставать стало. Поэтому если давление пониженное, релакс не рекомендую использовать. Но зато уверенность, энергия и баланс прям топчики. Дальше. Водички. Сейчас, конечно же, мы будем снимать шапки, поэтому посмотрите на дополнительный уход за волосами, на масла, на масочки, чего не хватает, обязательно приобретайте. Новинка прошлого каталога – серия для коррекции фигуры The Body Edition, поэтому кто не успел приобрести или откладывал покупку, сейчас акция на массажер продолжается. У нас вышел антицеллюлитный гель с ниацинамидом, который работает за 28 дней, дважды в день используем. У нас есть подтягивающий гель, который нужно использовать один раз в день, с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. И у нас вышел чудесный скраб с гликолевой кислотой, который теперь не только отшелушивает кожу, но еще и выравнивает тон кожи, текстуру кожи, осветляет. Кстати, отличный вариант, у кого есть пигментация на теле, берите скраб. И берите солнцезащитный крем, чтобы защитить свою кожу от солнца. Дальше у нас появляются снова в продаже станки. Обратите внимание, кассеты к ним выходят. Дальше аксессуары. Вот, вот, вкусняшечка. У нас появляется новое смягчающее средство с яблочком. Я уже потестила этот аромат. Мне очень нравятся яблоки, я люблю яблоки. Кстати, удивительно, я не люблю яблочный сок, но яблоки грызть, жевать я очень люблю. Вот, аромат обожаю. И вот эта смягчалочка прям классная. Единственное, купить его можно только в наборе. Ну, если вы используете смягчалки, то для вас набор это даже очень выгодно, на подарок. Можно кому-то отдельные баночки подарить, если вы хотите себе новенькие оставить. Вот как раз серия «Молоко и мед» сейчас и для волос, и для тела. Восстанавливайте кожу, приводите в порядок. Essence & Co. в том числе. Детская страничка с яблочком, тальки. Сейчас долистаем быстренько. В общем, тут много всяких вкусняшек со скидкой. Дезодоранты. Вот, женские, мужские, мыла. И новиночка, вкусненькая новиночка. Это гель для душа с клубникой и еще с чем-то. И черной смородиной. Но честно, клубника, прям клубника. Вкусная, сочная клубника. Ну, что-то есть, да, как будто еще какая-то ягодка, но не такой яркий аромат смородины. И прогулка по хвойному лесу. Поэтому теперь вы можете, как баланс эфирное масло, использовать еще гель для душа, потому что здесь тоже у нас содержатся эфирные масла. И, кстати, ниацинамид, который
благотворно влияет на состояние нашей кожи. Даже вот в таком геле за 179 рублей есть неоцинамид. Вот, и последняя страничка – это наши пасты детские, взрослые, с травяным комплексом, отбеливающим. Отбеливающие я пользуюсь только нашими пастами, я очень их люблю, поэтому я всегда их рекомендую, пробуйте. Обычно кто попробовал, переходит на них. Вот, сейчас идет скидка. Пару фраз для тех, кто уже в Oriflame или кто присоединится в мою команду, пишите в личку. Вот контакты под видео, кто хочет оформить скидку 20% или кто хочет начать зарабатывать с компанией Oriflame. Я сейчас готова взять новых партнеров на обучение, сопровождение, наставничество. Дальше. У нас идет акция активности. Для тех, кто уже является клиентом со скидкой 20%, что это значит? Если мы делаем 50 баллов в текущем пятом каталоге, 50 баллов в шестом, в следующем каталоге, мы будем с вами забирать классные, большие пляжные полотенца за 299 рублей. Одно полотенце, но большое. Вот, я всегда всем рекомендую в этой акции участвовать, потому что полотенца у нас сейчас, ну, редко продаются, а орифлеймовские полотенца – это действительно что-то с чем-то. Они не линяют, они не выцветают, они, в принципе, ты пользуешься несколько лет, и полотенце никак не деформируется и вообще не меняет свой первозданный вид. Поэтому обязательно приобретайте, особенно если вы недавно в Oriflame, вам нужно срочно это полотенце, чтобы подтвердить мои слова. Но если вы давно в Oriflame, вам что рассказывать, вы уже все знаете, как бы, да? А дальше. У нас также акция для новых партнеров. Кто уже в компании, вы только можете своих знакомых подключить, ну а кто не в компании, я вас поздравляю, потому что действительно у вас очень классное предложение на этот каталог. Нам вот не светит, а вам светит. А если вы делаете свой первый заказ на 50 баллов, это примерно 3500 рублей по цене каталога плюс-минус, еще скидка 20%, у вас будет выбор. Либо вы выбираете бесплатную доставку первого заказа, либо вы выбираете классный, стильный кошелек из бренда компании Oriflame Exclusive Stockholm. Это у бренда компании Oriflame есть, который разрабатывает нам эксклюзивные аксессуары, их нельзя купить, они не в продаже, они вот дарятся по всяким акциям. И вы можете, как новичок, сделавший заказ на 50 баллов, в пятом каталоге только, вот, кто присоединяется в пятом, делает в пятом, тот может сделать себе кошелек за 99 рублей. Там карточки много отделов для карты, в общем, красивый, стильный. Всем рекомендую, кто еще не в Oriflame, напишите мне, с вами все оформим, подберем для вас классные вкусные продукты, может быть, если вы досмотрели до этого периода, вы уже знаете, что вам нужно заказать, потому что действительно, как всегда, компания нас радует, в текущем каталоге запуск на Veg Plus, это вообще особенно радует. И, кстати, кто будет делать заказы, не отказывайтесь от бумажных каталогов, потому что у нас новый формат каталогов будет в этом каталоге. Это такой для сумочек удобный формат. Как сказали, он стал более легкий, он стал полностью соответствовать электронному каталогу, потому что сейчас есть разница между страницами бумажного и электронного, и теперь, знаете, ну, не скажешь, там, посмотри на пятой странице, потому что он может быть на десятой странице, а у тебя бумажный как бы на пятой, и это немножко неудобно. Вот, поэтому я рада, что компания нам что-то снова придумала интересное. Если действительно каталоги будут легче на вес, большое спасибо, потому что когда ты, ну, я раздаю каталоги, когда ты берешь там даже пачку 5 каталогов, ну, это увесисто. Я не говорю про 10, потому что я теперь все доставки делаю на дом первые, чтобы мне каталоги привозили на дом. Ну, я что-то устала, вот, с этой тяжестью, скажем так, ходить, и вот. Хорошо, что в Новосибирске есть доставка на дом. К сожалению, не у всех регионов такая есть возможность, но есть пункты выдачи удобнейшие, поэтому все равно есть варианты. Так что пишите, кому нужно оформить скидку, кто уже в компании Oriflame, обязательно пробуйте новый новэдж, пробники заказывайте, кто не успел в прошлом каталоге, попробуйте обязательно, потому что, ну, это действительно тот уход, который хочется о нем кричать всем, попробуйте мир, девушки, женщины, можно быть молодыми очень долго. Всегда. Я за естественное старение кожи, за то, чтобы в каждом возрасте, вообще по моей версии, люди с возрастом становятся только красивее, вот честно.
Я вот смотрю, правда, и восхищаюсь людьми, кому там за 50, сейчас за 60, потому что раньше, ну, мне казалось, да, 30 это еще как бы, ну, окей, 40 это уже взросло. Сейчас я понимаю, что ни 30, ни 40 это вообще возраст, самый рассвет, и в 50, и в 60 люди так выглядят круто, что нужно просто ухаживать. И я сейчас говорю не об уколах красоты, потому что на самом деле уколы красоты вызывают старение кожи преждевременное. Вот. Я всем, кто у меня проходил марафон красоты, всегда скидывала видео от косметолога, которого приглашали в нашу компанию как специалиста, и она рассказывала очень интересные вещи и как раз поделилась этой информацией. Я теперь делюсь тоже этим видео, где косметолог рассказывает, не я рассказываю, а косметолог рассказывает, почему уколы красоты действительно делают нас старше, быстрее. Вот поэтому это действительно очень классная, интересная информация. И ухаживать за лицом каждый день – это как чистить зубы. Вот, если этой привычкой просто овладеть, потратить, не знаю, 2 недели, 21 день, 40 дней, 50, 60, год, 2 года, неважно. Главное овладеть на автомате. Действительно, кожа преображается, действительно, она выглядит по-другому. И, конечно, человек выглядит на 5, на 10, на 15 лет младше своего потом паспортного возраста. Просто уходом за лицом. И это реально. Поэтому, кто из Новосибирска, вас приглашаю на сессию по уходу за лицом, пишите, звоните, все контакты есть мои под этим видео на канале Телеграма. Я буду очень рада познакомить вас не только с уходом новичком, но еще и правильным его применением, потому что правильное нанесение продуктов, правильные последовательность и количество продуктов решают эффект на 40%, ну, то есть увеличивают эффект от ухода на 40%. Я считаю, что 40% это не так уж и мало, поэтому стоит. Кстати, был у меня случай, я расскажу буквально минутку, был у меня случай, недавно приехала женщина, с которой мы сотрудничаем, она просто как клиент, она у меня то регистрируется, то ее номер терминируется, то снова возвращается, ну, в общем, такие вот редко делают заказы, но есть продукты, которые ей нравятся. И ей уже за 70. Мы с ней общаемся, наверное, лет 10. Она меня помнит, когда я еще была в школе. Вот, наверное, лет 16 мне было. Вот, и мы с ней познакомились в то время. И недавно она была у меня тоже на сессии. Еще одного эджа нового не было. Но мы сделали Time Restore и сделали еще аппарат Skin Pro. Вот, приходит она ко мне и говорит: а Вероника, ну это же и оттягивает кожу, но это же уже никак не убрать. Это же вообще только нож, только операция. Я говорю, ну, первое, давайте вы вот так не будете делать, потому что кожа действительно, она привыкает, когда мы ее тянем, там как-то оттягиваем, массажные линии не используем, вот, правильные. А кожа, честно, привыкает. И я говорю, давайте просто вот комплексный уход. Я вам все расскажу, покажу. И потом мы еще сделали после ухода, на самом деле мы делали Time Restore, был тоже классный эффект, кожа осветляется, выравнивается, становится более такой плотненькой, да, тургор подтягивается. И потом я сделала еще массаж аппаратом Skin Pro, ну, кто знает, у нас такая есть щеточка 3 в 1, сейчас не знаю, ее убрали с продажи или нет, у меня просто теперь 2 человека срочно ждут, вот, этот Skin Pro, и я показываю массаж, лимфодренажный, у меня есть видео на YouTube в шортс, можете загуглить, забить в поисковик лимфодренажный массаж Skin Pro, я там вам высвечусь, ну, либо зайдите на канал YouTube и найдите в шортсах лимфодренажный массаж Skin Pro. И мы сделали Skin Pro, вы бы видели, это действительно магия массажа все-таки, вот правильный уход плюс массаж, это вообще бомбический эффект. Реально мы ей очень хорошо убрали брыли, ну прям конкретно. Морщинки межбровку разглаживали просто как утюжком, они разглаживались, морщинки, они обычно такие тонкие уже становятся, когда морщина сформирована, и просто этим массажером прошлись, он вибрационный, и морщина прям расширилась, то есть она разглаживается за счет того, что она сначала и затянута, и становится более широкой.
И когда она уходила, я вот смотрела на ее кожу просто, она такая гладенькая, ровненькая. Она, в принципе, ухоженная женщина сама по себе, но как же все-таки круто работает набор. Даже Time Restore прежний и аппарат Skin Pro. Просто привычка ухаживать. Ну, если вы будете делать массажи, да, есть ручной лимфодренажный массаж, есть всякие еще штучки-дрючки. Главное это делать. И вот если это делать, то можно, можно обмануть время и сделать свою кожу еще лучше и круче. Поэтому пятый каталог уже на старте. Если было полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто будет смотреть на YouTube, и пишите в комментариях, какие продукты вам понравились, какие вы ждете, какие будете заказывать, какие вы уже используете и вам нравятся не первый там день, месяц, год. Мне будет очень интересно почитать и также другим, кто посмотрит данное видео. Спасибо за этот час, 4 минуты. Всем пока-пока. Так, надо остановить запись.